все, ребята, начали устанавливать вот танки 4. Завтра уже приедет профиля, эти железные пластины там вот уже выровняли. Вывезли уже чернозем на поле, полностью равняют, вон довозят уже последний, видите, поехал. Вон последний чернозем довозят. И вот здесь тоже выровняли, ну здесь как было, так и осталось. Там уже равняют, там устанавливают. Когда выровняют, начнут уже там, я думаю, рыть траншеи, подводы и все остальное. Ну все, вот такие будут коротенькие видео. Буду вам показывать по чуть-чуть, все поэтапно. А потом в конце сделаю один большой ролик, как оно выглядело, как начиналось. Все. Ну вот так. Все, всем удачи, всем спасибо за просмотр. Пока.